Даже если он Броди решает, что пора взять отпуск, он делает то, что сделал бы любой беззаботный 25-летний парень. Вечеринка в Бангкоке! Помимо траты денег и большого количества выпивки, Джейсон, его подруга и его друзья хотят больше приключений. Но потом они услышали от местных диджеев рассказы о тропическом рае, месте, где можно делать все, что угодно. Не стоило доверять первым попавшимся людям, но они все же отправились туда на самолете и прыгнули с парашюта. Лучшее, блин, место для отдыха. Джейсон и его друзья еще не знают, что все, о чем рассказывали, это не выдумка. Здесь воевали китайские самураи, убивали друг друга за ценные сокровища, а также в этом месте проходила Вторая мировая война. В общем, на острове были жестокие кровопролития. Таким образом, вместо вечеринки на белом песчаном пляже их похитили пираты. Вас, который предпочитает сперва показать всю свою безумность жертве, а потом убить ее. Тем не менее, у Васа есть несколько планов на Джейсона и его друзей, вместо того, чтобы просить огромные деньги за их выкуп. Но Джейсон чудом смог убежать, и теперь он должен спасти своих друзей. И тут он попадает из ада в рай. Удачи, ребята!